Сегодня свой профессиональный праздник отмечают пульмонологи. Это специалисты, которые занимаются лечением заболеваний верхних дыхательных путей. На базе Ноябрьской центральной городской больницы много лет существовало целое отделение пульмонологии. Правда, позже его решено было перепрофилировать. Тем не менее, пульмонологи трудятся в городской больнице по сей день. С подробностями Кирилл Мигель. Вы вроде у нас уже и так поправляетесь, да? Да. Уже, наверное, скоро отпустим вас домой. Когда-то это отделение было исключительно пульмонологического профиля. Здесь лечили людей с заболеваниями верхних дыхательных путей. Сейчас оно преобразовано во второе терапевтическое. В последнее время у нас уже меньше встречается тяжелых форм бронхиальных астм, меньше госпитализаций. И, в общем-то, это, конечно, заслуга того, что, во-первых, это бесплатное медицинское обеспечение этой категории, и плюс наличие современных препаратов. Раньше было писанины очень много. Это только на писанину уходит. А сейчас спокойненько. Альфина Хасанова работает в этом отделении с 1994 года. На север медик отправилась по примеру своего родственника. Тогда, как в принципе и сейчас, квалифицированный грамотный медперсонал был крайне востребован в городе. Ставить людей на ноги здесь с первого дня привыкли не только за счет медицинских препаратов. Есть еще один маленький секрет. Наше вот именно отношение к пациентам. Мы работаем для них. У вас энолаприл идет по 10 миллиграмм. Нина Антропова проходит лечение в этом отделении уже не в первый раз. Коль уж нужно ложиться в стационар, говорит женщина, она свое предпочтение отдает второму терапевтическому. Я бы не сказала, что вот кто-то где-то обидел. И лечение само по себе еще и от этого эффективное. Сейчас вот больная рассказывала, какое отношение, что все такие с отдачей, уход хороший. Это все сказывается именно сплоченная работа всего коллектива. Коллектив этот, к слову, насчитывает больше 30 человек, и каждый от санитарки до заведующего подходит к своему делу с душой. Еще не было случая, чтобы пациент остался недоволен результатами. И хочется верить, что это отделение будет пользоваться доверием людей еще не один десяток лет. Татьяна Заозерная, Кирилл Мигель, Григорий Куроптев. Новости нашего города.